Кого охотнее слушаются буренки, у кого больше надои, выясняют в Янтиковском районе. Там открылся республиканский конкурс животноводов. Татьяна Быкова – доярка из Алаторского района. Постоянно участвует в подобных конкурсах. Моя профессия поваром, но я никак никуда не смогла. Вот как приехала в Алаторский район с Крыма, и так вот начала с коровами. Ну, куда корова нравится, куда деваться, работать надо везде, стараться надо. Я очень хочу победить. И с душой вот желаю, горит у меня душа, мне хочется. Во время конкурса проходят не только соревнования, но и знакомства с ведущими предприятиями республики, где применяются новейшие технологии в производстве. Ежегодно в районе, в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах строится не менее 2 новых ферм. Это позволяет нам не только сохранить поголовье общественного скота, но и увеличить поголовье КРС. Главная задача таких конкурсов – совершенствование профмастерства и практических навыков. Хотя в сельском хозяйстве все больше используются современные технологии, ручной труд по-прежнему ценится. Популяризация профессии. К сожалению, есть проблема того, что у нас в сельскохозяйстве все меньше людей, ну, как сказать, хотят работать. Поэтому мы должны показывать вот именно на таких примерах, что сельскохозяйство – это не просто там грязь, навоз, а это новые технологии, новые оборудования, новая техника, которая позволяет в хороших условиях трудиться животноводом и добиваться высоких результатов не только в объемном показателе, но и эффективности, экономики. Лучшие из лучших этого конкурса станут участниками всероссийских состязаний животноводов. Как показывает практика, наши сельчане неоднократно в них побеждают. В прошлом году оператор машинного доения Светлана Григорьева заняла 2 место во всероссийском конкурсе. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.